Сегодня состоялось очередное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Депутаты рассмотрели проект решения Думы о внесении изменений в устав муниципального образования город Магадан. Так, председатель постоянной депутатской комиссии Виктор Баринов сообщил, что устав предлагается дополнить несколькими статьями. Одна из них – это статья 14.1, регулирующая случаи и порядок проведения схода граждан в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона номер 131. Кроме этого, на заседании обсудили проект о внесении изменений в положение о публичных слушаниях на территории Магадана. Настоящий проект решения разработан в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством и совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования город Магадан. В связи с внесенными изменениями в часть 5 статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Пункт 1.3.1 положение предлагается изложить в новой редакции, исключив из него отсылку на решение Магаданской городской думы от 25 декабря 2009 года номер 156-Д об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Магадан.